Всем доброе утро. Всем доброе утро. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь на наш канал «В гостях у тестя». Будет интересно вам много, я думаю. Ну а сегодня мы поедем с Витулей на базу отдыха. Ну дальше увидите на какую. Там будет и рыбалка, и отдых. Ну все вместе. Полезное с приятным будем совмещать, в общем, так скажем. На двое суток едем, снасти взял все, все, покушать взяли, кофе взяли попить. Так что посмотрим, что будет с рыбалкой на реке Псел. Но это от нас 100 километров находится. Это база, и там же Псел протекает. Будем посмотреть, что там покажет с рыбалочкой, как я говорил. Все, не переключайтесь. Все равно Украина стремится в Европу. Заборчики вот такие, как в Польше, Каленки мы ездили. Там везде, за вот такими заборчиками, свои дома, чтобы жителям не шумно было. Приехали на базу. Такой домик. Сейчас я номер вам покажу наш. Витуля там уже разлаживается. Вита, привет. Привет. А вот сам номер. Гардероб. Шкафчик такой для одежды. Пол, плиточка. Плитка. Холодильник есть. Микроволновочка. Телевизор. Стол. Тут еще стол. Посуда. Посуда есть. Здесь что у нас? Чайничек есть. Чайник есть. Здесь кружечки, стаканчики, рюмочки. Так, сюда у нас ванная идет. Кондиционер. Кроваточка, двухспалочка. Еще диванчик. Можно на диванчике. Не знаю, разлаживается, не разлаживается. Но один поместится точно. Разлаживается. А вообще... Ну, не трогай. Да. Хотя, может, и разлаживается. Вот такой вид. Окна. И ванную комнату сейчас покажу. Ванная комната. Нагревательный бак, унитаз, умывальник, зеркало. И душевая. Вот такая душевая. Хороший номер за такие деньги. А стоит этот номер 1000 гривен в сутки. Территорию я вам позже покажу, пока мы сейчас разгребемся тут с вещами совсем. Рядом все, ну все я вам покажу. И кухня есть тут, все увидите. А вот тут кто-то живет. Озерцо вот такое. Кидаешь хлебушек, и рыбка выплывает, сказали. Ну, посмотрим. Сейчас покажу вам всю базу. Витуля уже катается, да? Тепленько, хорошо, да? Да. Пошли покажем базу и пойдем дальше. Беседки есть вот такая одна на берегу озера. Пожалуйста, загорайте. Вон кресло вам, лежаки такие. Рыбу ловить заборонено.
Только кормить можно. Вот такая территория. Есть заезд вот сюда. И есть заезд вон, ворота. На вечер мангальные зоны вот есть. Мангальчик, вот стульчики есть, все. Качеля. Еще мангальная зона. Это все номера. Второй этаж, первый. С той стороны наш номер. Прямо номера. Вот здесь тоже номера. Кухня. Все чисто, красиво. Сейчас покажу вам кухню. Добрый. Так, вот один свет, не помнишь? Ага, вот. Общая кухня. Газовая плита. Мойка. Шкафчики. Ну, вся посуда здесь есть, сказали. Открывать не будем. Да, все есть. Ну, открою, чтобы вам было уже видно все. Чайник есть. Вытяжка тоже есть. Что там? Досточки. Наборы. Вилочки, ложечки. Ведро мы, мусорное. Холодильник есть тоже. Ну, в номерах есть, но кто если много набрал, чего не хватает, можно, я думаю, сюда. Тут свои вещи ложите какие, закрывается. Два шкафа еще. Ну, кто успел, занял, как говорится, кто успел с утра, того и тапки. Вот так вот. Все красиво, хорошо. Пойдем теперь мы куда? На пляж выйдем, да, Вита? Вот еще одна. А, зона. Давай покажем еще зону, да. Кофе кто хочет. Да, да, да. Это тебе понравилось, да? Я забыла, тебе понравилось сразу это. Вот есть беседка. В этой беседочке. В этой. Кофемашина. 15 гривен кофеек можно брать. Включаешь сам или они включены? Я думаю, уголь продают они кому надо. Кто с собой сможет, забыл. Телевизор. Типа кофейня, да? Диван. Да, кофейня такая. Зона отдыха, кофейня. Можно. Хорошо, не жарко здесь, да? Холодильник тоже можно просить, включат вот внизу. Плащ. Плащи, если дождь продают. Да, есть тут. Вот такое еще, кому надо. Заказывайте, звоните, все вам принесут. Вот это мне зона нравится. Вот тут зона еще мангальная. Под яблонко. Холодочек, хорошо. Угу. Один мангал, второй. Беседка. Беседка есть. Гамак есть. Ну иди на гамаке покатайся. Для детей песочница, качеля. Только ж ты смотри, можешь перевернуться. Я знаю. А ну ложись как положено. Шлепцы семи. Сейчас бах туда, да? Держись. Ой, класс. Класс, да? Угу. Ну, а ну, чуть-чуть я тебя. Смотри, чтоб я туда сейчас. Так ты не дергайся, главное. Да. Будешь сегодня тут спать. А комары? Я тебя накрою, не переживай. Или спреем попрыскать.
спреем обшикаю, накрою. Все, пошли дальше смотреть. А то ты задремаешь там. Вот мы с этой стороны вышли. Ворота. База. И с той стороны, как я говорил, и отсюда есть. Пойдем сейчас, да, к пляжу, а потом пойдем, наверное, мы сходим в этот пансионат, или как он? Санаторий. Санаторий Псел. На реке Псел, санаторий Псел. Все, а мы заезжали вот сюда. С этой стороны вот заезд. Вот так вот. А вон, смотрите, вдалеке уже отдыхающих сколько на пляже. Буквально 5 минут. Да. Да какие 5? 2 минуты. Что тут идти? 300 метров. 200. Вот он пляж. А вот есть сразу санаторий Псел. Но мы зайдем попозже. Сейчас к пляжу подойдем, посмотрим. А вон там сосновый лес дальше. На той стороне, ну как дикарями типа отдыхают люди, как раньше, помните, дикарями отдыхали. Да, там вообще красота, да? Где? А, все увидел, сейчас пойдем до него пройдемся. Сейчас мы туда пройдем, на ту сторону в лес, посмотрим. Мне нравится здесь, Вита. Тебе нравится? Красота. Воздух свежайший. Наверное, мы приедем еще раз сюда. Только не на 2 дня, а поболее. Выходим за пансионат, и вот пляж еще есть. Да, это другая база какая-то отдыха. Мне кажется, Эдем она называется. Свитой. Эдем? Ну я же говорил, Эдем. Пройдем по песочку свитой. Море вспоминается, да? Эдем. Вот такая база тоже. Видишь, сразу выход на пляж, да? Да, да, да. Хорошо. Ну, я так и смотрел, что оно выход на пляж сразу. Да? Ага. Сейчас через мост пойдем. Тоже шашлычок жарят здесь люди. Отдыхает. А что, ты боишься, да? Мост шатается. Ну, видишь, вот эти есть, как они называются. А где же их на прокат берут где-то, да? А где на прокат дается? Своя. Своя, понял. Я думаю, десь по цій стороні берега десь є. Ага, дякую. Я багато бачу, я думаю, десь є. Ага, дякую. Со своєю. Ох, і красота, да? Глянь. Боишься, Вита? Та да, железо нагревается, девчонки босиком. Но я по песку шел, я еле дошел через песок. Ноги обжигало, так я бегом. Давится. Давится.
конечно, могли бы сделать, опасно очень, да? Так правильно, это не у нас на Донбассе. Терриконы, терриконы. Тут леса, реки. Наш воздух донбасский, он родной, как говорится. Привыкшие к нему. Дом есть дом. Что тут скажешь? Лучше бы жили на Донбассе, а туда приезжали. Да, лучше жить дома, а ездить отдыхать, чем скитаться. Много таких, как мы сейчас. Я называю, знаешь, как вот, как цыгане мы, да? Да дай бог, чтоб... Да, вот лес уже. Вон и шатер поставили, да, и палатки. Столики тоже. Отдыхаем хочу. И вон, Лень, дальше аж куда тоже, видишь, машины там. Пойдем в лес зайдем. А вот сюда и пойдем. Там тоже, видишь, сколько много. Да, это целый берег. Тем более сегодня воскресенье. Палаточные городки, да? Тоже. Ну, для отдыха, наверное, столы. Для компании, для очень-очень больших. Поломано, правда, все. Туда дальше лес. Красота. В лес пойдем, Вита? Да не пойдем, да? Ух, а воздух свежайший. Красота. Угу. Это жарко сегодня, да? Угу. Женя, жарко. Пошел окунуться. Как водичка? А? Как водичка? Теплая. Надо было взять зонтик, да? Ну, кто знал, мы же пошли на экскурсию. Да. Вот здесь, где ближе к этому, к там берегу. Травы нет, да. Ну, уже как, вытоптано все. А туда дальше чуть-чуть травичка есть. Я не знаю, мы пойдем на наш пляж, который ближе. Да. И попробуем половить рыбу. Не знаю, есть там трава, нету. Ну, будет видно. Не будет травы, будем ловить. А если будет трава, то не будем ловить. На территории санатория голуби вот есть. Вон много их. Лохмоногие. Красивые. И где-то тут есть павлины. Или павлин один. Нашла, Вита? А вот.
Вот красота какая. Так, а ты видела, вон смотри, яйца высиживают или что, или то подла... Ага. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А вон один отдыхает, павлин красивый какой. Вот какой, да, какой хвост. Ага. Ой, красота. Ну, распуши нам хвост, павлин. Распуши нам хвоста. Да, эта царица сидит рядом. Деловая. Красавцы. И красавцы, и красавицы. Угу. Да? Хвост такой, да? Ну да, я ближе подойду. Спрятался, два, спрятался. Хвоста, да. Ну, это, наверное, самцы, да, без хвоста. Вот это самки, наверное, да? Да, я так не думаю. Может, наоборот. Вот, дерутся. Дерутся, да? Ну, ну, все, отошли. Ага. Заглядывается. Ага. Тот отдыхает, улегся, да? Угу. Пошли. Территория вся в цветах, да? Только зелень. Аккуратно. А роз, сколько? Запах такой, да? Угу. Что, пойдем домой переоденемся, да? Возьмем зонтик, на пляж выйдем тоже. Да. Чуть-чуть пожаримся, да? Угу. Время только. Сколько время? Сейчас скажу. Солнце не вижу. Пол второго. Да, 20 минут второго. 20 минут второго, вот. Угу. А мы должны были только в час заселяться. Но нас пустили раньше. В 11, начало 12 мы заселились уже. Ну, номер был свободный. Да, номер свободный. Они, хозяева, хорошие. Если номер свободный, приехали, заселяйтесь, пожалуйста. Угу.